Такое вот у нас видео, лобби того же здания, которое я показывал ранее. Прохладно. Водичка стоит. Но, скорее всего, здесь какой-то кто-то зайдет из больших игроков премиального сегмента. Получается три блока. Это вот такой вот на шестом этаже тренажерка вот здесь. Получается вот этот вот лаунж, фасилитис, вот там есть барбекюшный. Лежаки вообще, блин, отлично. Сюда переедет Маринес, вот в этот блок переедет Маринес. Вот сюда приезжает игрок из какого-то гонконгской компании какой-то. Здесь будет только для жителей. А этот блок, по идее, будет еще гостиница Аскот, они уже его забронировали, они будут, то есть не будут там. А вот этот вот gym facilities, точнее pool facilities для жителей и для тех, кто арендует. Для хозяев и арендодателей. В общем, такая тема. Музычка, мне кажется, интересная тема. Вот, ох, такой бетон здесь открывается. Конечно, такой вид. Конечно, такой вид. Дон просто, я не знаю. Я уже устал от этого. От башен, от. Ну вот это. Вот это прям душа поет. Вот здесь вот. Хоть и медитируй, хоть и потюху устраивай. Вообще просто не знаю. Давно не видел таких видов. Конечно, наша деятельность заставляет нас выбирать места с лучшим и с отличным видом, потому что люди сейчас больше инстаграмные и все остальное. Но вот это, мне кажется, просто божественно.